Сейчас, подождите, я попробую, может, у меня откроется. Да-да-да. Два раза брякнул, нет? Видно, нет? Неужели не видно? Я почему-то вас не слышу. Так, подождите. Вам видно? Да, видно, видно, Игнатий Тихонович, видно. Добрый вечер. Добрый вечер, и мир вам. Так, кто вы такие, откуда? Молдова, Кишинев. У меня конкретный вопрос к вам. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Да, я знаю, конечно, конечно, конечно. Нет, нет, не против, пожалуйста. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. У меня вопрос, значит, такой. Смотрите, во время крещения Иисуса Христа на Иордане, на него опускается Дух Святой. Правильно? Да. Да. Но мы знаем, что он зачат от Духа Святого. Да. Правильно? Да. Правильно. Потом вот с этого момента он начинает, вот с Каны Галилейской, когда он превращает воду в вино, начинаются, то есть чудеса, которые он делает. Да? А воскрешает, исцеляет. Все-все-все. Потом уже на кресте, во время распятия, он говорит... Отцу, почему ты меня оставил? Вот у меня вопрос. Как был отец в нем, как был и почему он его оставил? Как вы видите этот вопрос? Видите, этот вопрос и любят мусульмане задавать. Подбирают своего человека и ставят, и начинают. Бог все знает? Да, знает. А как же Марка говорит, я не знаю, а только сын не знает о кончине мира, о последнем дне, а только отец. Они не понимают, что он Бога-человек. Бог и человек. И где он молится, доминует меня чаша сия, говорит по человечеству. А далее говорит, да будет воля твоя, это по Богу. И вот это надо четко понимать. А тут ничего нельзя понимать, а просто принимать как есть. Да так вот, допустим, один из примеров. 20 глава Евангелия от Иоанна, считаем, Христос является воскресший и дунул, и говорит, примите Духа Святого. С кем бы ни разговаривал, принял или не принял, тот контингент, который перед ним. Все приняли апостолы. А чего же сказал, ждите Духа Святого в день Пятидесятницы? Еще 50 дней они будут сидеть. Значит, он дал Духа Святого полномочия прощать, кому простить и проститься. За это время кто-то мог умереть. Как сегодня батюшка крестит его и говорит, властью данной мне от Бога разрешишься от грехов. Это одна сторона. А теперь они сидят от страха. Не могут выйти, не знают, что сказать. Но в день Пятидесятницы они исполняются полномочиями, которые даны только тем, которые уже от Бога получают все силы. Они пошли смело начали проповедовать. Поэтому Бог не мерой дает, это написано. Но в данном случае они приняли Духа Святого прощать и разрешать. Все, другой функции они не могли выполнять. Так и здесь. Он по человечеству является, по божеству его никто не видел. По божеству. Бога никто никогда не видел. Да, согласен, конечно. Вот единосущный сын в недре отчим, он видел отца. А это невозможно увидеть. Даже Моисей, он показал себя со спины, стороны. Ибо человек, увидевший Бога, не может остаться жив, чтобы человек страшился. Бог, которому да. Все галактики, миллиарды галактик, не могут его вместить, а как же ты его увидел-то бы? И вот здесь надо понимать так, что Дух Святой сходит на него, как по человечеству. Это дан нам пример. В крещении что бывает? Это 2.38 Деяния апостолов, когда воскликнули, что нам делать? Петр сказал, покайтесь. То есть, когда мы покаемся, мы осознаем вину свою перед Богом, а у него вины не было, он не каялся, Христос. Он един, един свят, един Господь Иисус Христос, считаем в Откровении. А второе, возьми крест, а вот он крест и берет как раз, и следуй за мной. И вот это... Я в принципе, ответ понял. Я понял, как вы видите. Тогда я, чтобы вас долго не задерживать, у меня еще один да вопрос. Да нисколько, а времени, я как раз свободен, будьте спокойны. А, хорошо, хорошо, спасибо. Иисус Христос, когда от учеников уходил к Отцу, Он сказал, иду к Отцу и пошлю вам другого утешителя. Да. Что Он имел в виду? Какого утешителя, на ваше мнение? Параклет, параклет, это по-гречески, Духа Святого, третье лицо правильно. Святой Троицы. Который хорошо. Напомнит. Вот, допустим, мы с вами разговариваем сейчас. Через год встретимся, и нам нужно припоминать, а встречались мы или нет.
А это проходит, Да. евангелист Иоанн пишет 35 лет спустя и пишет двоеточие, что он сказал, прямая речь. И мы не должны даже сомневаться, если мы верующие. А как? Дух Святой придет и напомнит. Вот он напоминает, он дает память. Вот мы молимся утром, всегда благодарим Господи, благодарим, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Разум, вот что нужно помнить. Это один священнослужитель пришел, ну, в доме, где люди лишились разума, и немножко ему пришлось говорить, а потом один подошел и говорит: «Батюшка, а вы Бога прославляете, что у вас разум?» Я, говорит, никогда не задумывался об этом. А вот смотрите, какой вокруг контингент, чем люди занимаются. Чем мы отличаемся от животных? Говорит, бессловесная скотина. Кошка гладит тебя головой, все. Она не может сказать. Собаку можно хоть по хвосту узнать, когда она виляет. А у кошки и хвост даже не шевелится. А только лаской, щекой потереться. А у человека сколько эмоций в глазах, в губах. Повернуться, пригнуться. А если бы был хвост, он тоже бы, наверное, как-то показывал. И человек должен все время благодарить Бога. Вот у евреев молитва есть: благодарю тебя, Господи, что ты сотворил меня мужчиной, а не женщиной. Да, знаю это, знаю, вот, знаю, почему даже знаю. Вот, да. Мы все время должны осознать, кто мы. Вот когда скажешь людям, надо платить десятину, десятую часть заработка. Ну, это в Ветхом Завете. Иоанн Златоуст говорит, в Ветхом Завете были отношения с Богом. И Бог, как бы надо воображать, говорит, вот ты работаешь, и с тобой кто-то работает на пару. Когда деньги получили, вы будете делить их? Ну, конечно. Но меня ты на пару принимаешь или нет? Я тебя сотворил. Что-то мое в тебе есть? Да все, до одной жилочки, до одной молекулы. Землю я сотворил. Ни одного квадрата ты не делал. Воду я сотворил. Воздух я, свет я. Ну, прими меня, и я тебе не пришу, что ты все отдай мне, а потом эти 1%. Но 90 твое, а это я сверху приложил мое. Ты не заработал, это мое. Верни мне. А люди сегодня там начинаются... уже кричать, да это в Ветхом Завете. Да в Новом Завете написано, продавали имение к ногам апостолов, положили, не 100% отдавали. Зачем нам лукавить? А это первое благословение, вот я 55 лет езжу на проповеди, я говорю, вы хотите быть благословенным? Ну, конечно. А что такое? Ну, по-простому, это когда у тебя хорошо, тебя любят, ты любишь их, на работе порядок, с начальством нормально, спишь дома, сытый, обутый, одетый, ничто не болит. Благословение, да. Скотину держишь, как у протопопа Аввакума. Курица одна была с ним в ссылке, и каждый день по 2 яйца несла. Такого не бывает. 2 яйца она не может просто физически, но у него это было. Он помолился, стоял вот так вот на Байкале-то. Помолился, потому что воевода Пашков уморил 470 человек в походе. И он помолился, и лед вдруг треснул. Все, лови рыбу. Пошли дальше. Протопоп Аввакум Петров. С Никоном, который разница. Да, да, когда да. мы что-то вот здесь берем, первое благословение какое? Никогда. Вас как звать? Александр. Саша. Александр. Просто Саша. Никогда нигде не хули народ Божий евреев. Я не еврей. Да, это я знаю. Я это не я под знаю, игрой. Конечно. Это 12 глава. Я знаю. Первое бытие. Да. Благословляющий тебя благословен. Это первый раз. Будем проклятые, да. Проклинающий а то будем прокляты, да. И последнее, мы считаем, вторая, третья глава Малахия, последняя книга каноническая. И говорит, испытайте меня хоть в этом, Господь говорит. И проклятием вы прокляты, что вы не отдаете десятину. Вы обкрадываете меня, Бог говорит, меня. Не то, что вы жадны, а просто она не ваша десятина, вы украли ее у меня, вы не отдаете. Вот мы знакомы были с одним парнем, такой хороший мужик, исчез, рядом с нами был он, а тогда мы общины не было, мы ходили в Московскую патриархию в храме, и вот он появляется. Я с вами опять хочу быть, я был. Я говорю, ты где, Саша, был-то? Да я на севере, на тракторе таком американском, бульдозер работал на золотых приисках. Ну и платил десятину, а кому? Нет. Я говорю, мы тебя не можем принять, как вора. С ворами не сообщайся, написано. Если ты, у тебя трудовая-то есть? Есть. Вот посчитай за 5 лет, сколько ты не платил. А у него заработок там был неплохой. Он подсчитал, когда, ну, у нас такой суммы-то нету. Я говорю, ты готов отдать за 5 лет? Конечно. Снимай деньги, иди. Тогда второй разговор будет. Он снял, принес деньги. Саша, ты веришь, что мне не нужны деньги? Конечно, нет. Давай теперь думать вместе. А куда их определить? Люди сегодня не голодные, все у них есть, духовно слабые, и нужно, чтобы Евангелие распространялось. Ты согласен найти деньги, а деньги там 6-значная цифра, ты согласен, чтобы эти деньги
А это время 75-76 год, тут так и столько сажали людей. Я говорю, я знаю, где издается подпольно. И туда мы можем отдать. Своей рукой ты отдашь. Согласен. Я говорю, ну пошли к баптистам. Здесь у нас вторая северо-западная, 144 дом. Пришли, пресвитеру рассказали все. Мы говорим, мы православные, но мы хотим участвовать в деле просвещения. Мы не можем печатать. Я вот переплетчик, реставратор. Ну что, я книжку переплету одну. И они от нас приняли. Мы так благодарны Богу, что взяли деньги. А в это время их сажали. Они где-то в Латвии, там, в подземельях печатали. Печатали, раздается, продаже не подлежит. Бесплатно. А бесплатно ничего нету. Это кто-то. И вот мы должны понять, благословение десятина, да, десятина. Не трожь еврея, не хули и десятина. Вот это первое и последнее. А дальше, не хули там, это посчитай отца и мать, это все благословение внутри этих. Вот это два столпа. Если ты их освоил, тебе так легко будет жить. Ты всегда внутренне будешь благодарить Бога, что дал тебе разум, ты осознал это. Я понял. Василий Тихонович, ой, Игнатий Тихонович, у меня такой еще вопрос. Вот пишется: «Даю вам власть наступать на всякую вражью силу, давить гадов и скорпионов». Это имеется в виду на нечистую силу, Да, правильно? да. Применять такую силу и власть. Когда ее применять? Постоянно. С дьяволом не бороться Это надо, что а имеется? Что имеется в побеждать. виду? Кому? Когда? В каких моментах? В каких случаях? Вот, знаете, Как давить? вот. Я-то пробовал, я-то знаю, я чувствую, как это. Но, с другой стороны, говорится, быть кротким и смиренным сердцем. Вот так. Да? В каких местах применять вот эту власть и силу? Когда? Ну, По отношению к допустим, себе или к ближнему? ну, Все, я задал ближним. все. Сначала про себя будем говорить. Нам Ага. всегда кажется, что мы должны кого-то исправлять. Но Да. на первом месте покайся сам. Если хочешь кого-то двинуть вперед, двинься сначала сам. И, Да, допустим, я что, знаю. знаешь, у меня вот такой гневливый характер, Ефрема Сирина такой был-то. Вот начинай, а кто? Сатана подбуждает. Придави его. Как, язык-то прикуси. Бывает То такое, есть вы считаете, что такая... это к себе нужно? Это к себе Конечно, нужно быть. это, ну, искушение дьявол подбрасывает. Вот такая жена была, все, и вдруг встретил моложе, и начинает мужик дурить, заворачивает Да, где-то. да, да, И ты да. наступи на это, представь, тебя арестовали, ты в ГУЛАГе находишься, тебя морят, морозят, тебе нужно будет кого-то, а ты едва нос поднимешь. Я сейчас вот архипелаг ГУЛАГ насчитан у меня был, и помогли его выставлять, я каждый день выставляю по одному ролику. Вы наши ресурсы-то знаете? Знаю, все знаю, смотрел Видео все. я вам скину потом. Я Вот. все знаю, у меня все есть, все сайты, все И каналы. видеоканал знаете, Mail.ru. Да, да, Ну, да, тогда все еще знаю. был. Ну, смотрите, что я выставляю где-то. И вот Я тогда тебе смотрю. на ум это придет. Я говорю, если ты прочитаешь Николая Семеновича Лескова «Невинной Пруденции», когда она его на остров увезла, он за ней сватался, и она там в пещеру его, лез туда. А когда скажу, тогда садишь. 3 дня не давала ему есть. А потом тут горшок, постель, плов там. Выбирай, что, на постели или сюда. Он в горшок-то залез, она в это время уплыла, и все. Вот человек Игнатий что. Тихонович, понял. Я к себе Наступи! всегда применяю. Да, я на себя всегда наступаю с силой Иисуса Христа. Да. То есть прошу о помощи и всегда убиваю в себе плоть, то есть похоти. Но меня интересует по отношению к другим. Если я вытащил бревно, которое у меня в глазу, допустим, я же имею право по Писанию помочь вытащить щепку брату или нет? Если я Книга, вытащил я у отвечаю уже. себя, да. Иезекииля, вы что-то запоминаете или записываете, потом ролик посмотрите. Я Иезекииля, помню все, 3 да. глава, 18 стих. Если ты видел брата согрешающего и не обличил его, Господь говорит, он погибет, но его кровь я взыщу с тебя. Но если ты говорил ему, а он не внимал, он погибнет, и кровь его на его голове. Это Да. нам поставлено в обязанность. А что у меня и с ним общее? Златоуст говорит, у нас все общее, и земля, и воздух, у нас нет общего только с сатаною. Это все общее. И ты видел, как он погибает, и скажешь, я не знал, притча Соломона говорится. Бога ты ведь не обманешь. А почему? А когда надо? А вот тут нужна мудрость. И да. А Бог любит, какой бы ты ни был, ты приходи только. Это обман. Премудрый Соломон говорит так, Бог не любит никого, кроме живущего с премудростью. Начало мудрости, притча 1.7, страх Господень. Без страха Божий человек не понимает. А когда он обратился, Бог дал духовное рождение, и он все время думает, как быть водимым Духом Святым, о чем Серафим Саровский говорил, стяжание Духа Святого. Ему подсказывать не надо. Бог подсказывает ему или в сновидении, или явно, или события так сочленяются, что
никуда не сдвинешь. Ты понял, что это то, что ты должен делать. А тебя искушает что-то. К римлянам 16:20. И вскоре сатану сокрушит под ноги ваши. Сатану! А родные и близкие, тем более, мы обязаны сказать. Но как сказать? Вот эта мудрость. В какое время сказать? Какие слова сказать-то? Они просто так. А я такой, вот как в виде уже анекдота рассказывает. Один наслушался проповеди и решил проповедовать. Пошел в соседнее село, 10 километров лесом. Его догоняет крестьянин. Ну, садись, все. Он сел, сидит, ну, как на телеге садятся, а тот наперед на лошадь смотрит. Еще сказать-то как он. Ну, человек-то умрет. И он говорит, ты к смерти-то готов? А тут думает, вот я посадил. Размахнулся, как дал ему, тот упал. И понужнул лошадь и вперед. А тот встал, да слава тебе, Господи. Первый раз уже как миссионер пострадал. Да, за Христа, я понял. Вот мудрость должна быть. А вот поэтому мудрость дает Бог. Ее нельзя ни в семинаре, ни в академии. И ты никогда не будешь уступать. Вот я все время говорю о неправильном крещении. Сегодня даже венчания в церкви нет. Венцы держат сзади, ни на голову не надевают. Или сектантам, как не сказать? Как? Когда заблудились, у них нет епископата. Они не церковь. Не церковь. А нравственно они чище нас бывают. Почему? Вы очищены через слово. У них слово на первом месте. Но они еретики. Все до одного. Вне церкви нет спасения. И мы должны это говорить согласно Слову Божию. А где это известно? 2.47 Деяния апостолов. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Не в церкви, а к церкви. А ее нету. 1.5 к Титу. Я, говорит, оставил, что ты довершил недокончен. Он пришел бы, ну, вообразим, Тит, на Крит-то. А там уже свои пресвитера, там молитвенные дома. А кто восставил-то? Никого, сами себя. Ну, как у баптиста. Первый Джон Смит руки положил на себя воду, крещеный. Второй раз рукоположил руки. Я пресвитер, ну это не, так не делается. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. Евреям 7.7. То есть епископ рукоположен был апостолами, апостолы это другие, и так до наших дней. Вот, допустим, нынче папу избрали, там 234-й. А у православных на 1000 лет позже или там меньше и показано. Кирилл избран тогда-то и родословная, духовная. У нас идет от Андрея, евангелиста, не евангелиста, а апостола, а у них от Петра. А у Григорина Армян, там пришел он, Григорий, вот это, и копты сирийцы, вот 5. Православие, католицизм. Да-да-да, вот. Я понял. Скажите, а вы знаете, что слово пресвитер с греческого это священник? Да. Знаете, да? Но пастор нет такого. Есть пастор, но пастор, это показывает, что они не церковники. Ага. Деноминации конфессии. Это два слова, которым сатана прикрыл слово ересь. Ересь, такое есть. А ты какой конфессии? Ты спрашиваешь, ты какой ереси принадлежишь? Тебя сразу по-другому будет. Да, я понял. И у меня есть два вопроса, может, они не очень удобные, то есть мне неудобно, не очень удобно их задавать вам. Вот, в одном я смотрел практически все ваши видео, и одно видео мне чуть-чуть было непонятно, где вы с двумя по-моему, двух голубушек, двух горлиц, им там, по-моему, отрезаете шею. Ну да. Да, это для чего было? Это как жертвоприношение? Так я хозяин, а вы куриц режете? А, нет, у меня вопрос, но это не относится к жертвоприношениям? Да нет, конечно. На зиму я уезжаю. Там непонятно просто. Из всех птиц самые быстро расплождающиеся голуби. А у меня три голубятни. Три голубятни. Да. Так как я кормить-то и буду-то? Мне где-то достал, а дальше никак. Но я определенно оставляю на каждой голубятне, допустим, по 15 голубей. А остальных я режу. Они, ну, я пищу не ем, а кто ест, я отдаю. Теребим, отдаем. Какая разница, гусь. А, все, я понял. Всякая и второй вопрос. Не то, что запретное, нет. Это самое чистое, диетическое. Да, я понял. И второй вопрос у меня такой. Вот есть предание, вот у вас есть ваши тома с толкованием Евангелия, есть другие толкования, Феофилакт, там много-много толкований есть. У меня такой вопрос. Если Иисус Христос сказал вам, что дам вам Святого Духа для наставления на истину, мы не можем прочитать Евангелие с помощью Святого Духа, который наставлять будет нас на истину, то есть, чтобы мы его видели, скрытое в Евангелии, понимали эти притчи, то есть, с помощью Духа Святого? Правильно. Или нам все равно нужно читать толкования старцев, святых? Так, я, Володя, принес, где это? Новый Завет, поднеси сюда.
Да. А я видел ваши тома А, все. Я вы знаю все видели? ваши книги. Конечно, конечно. Я знаю все ваши книги. Ну вот, так вот Все знаю. смотрите, Это когда мы я считаем смотрелся. 12 главе 1 послания к Коринфянам и 4 главе послания к Ефесянам, это одинаково. Давайте мы сейчас вскроем. Вот, просто откроем и посмотрим. Я сейчас прочитаю вам Ефесянам, так, минутку, чтобы зашло оно крепко в нас. Послание к Ефесянам, 4 глава. Так, и он по... это все дал дары для человека, преисполнил их. И 11 стих. И он поставил одних апостолами, запятая. Ну, а разве не мог он мне открыть? Я вот у одних жил, и он такой мужик дерзкий, говорит, ну, а почему я должен апостолам еврейским верить-то? Ну, пусть он Бог мне сам и откроет. Бывает и открывает, но написано, что передадут они, меня слушали, вас будут слушать. Бог установил так. Ну, а почему я должен еврейскую веру-то? Он не понимает. Это откровение Божие. Второе, запятая. Других, это не эти, хотя они тоже такие, других пророками. Других написано, других, одних и других, это не одни и те же. Вот я говорю Да. баптистам, пересчитайте апостолов. Я говорю, сколько? 12. Да почему 12? 83 апостола было. 83. Откуда известно? Ну, 12 согласны, да, а потом, говорит, избрал еще 70 и по двое послал. 70 и 12 сколько? 82. Я апостол Павел, 83. 83 апостолами. Все, больше никто не называется. Других пророками. Я говорю, а кто пророки? Ну, Агав, вот дочери у Филиппа пророки. Все. Но у церкви-то пророков много. Много. И пророчески, как они говорили. Запятая. Иных евангелистами. Вот бывают сектанты, а мы евангелисты. Евангелистов только четыре. Четыре. Запятая. Иных пастырями, не пасторами. Пастырями. И учителями. И учителями. А это кто? Игнатий Тихонович, объясните, пожалуйста, пасторами и пастор, почему там разница есть? Да это я спрашиваю, Почему? должен тех, которые говорят так, а я это не говорю. Я просто вижу, что они не пастыри. Под одной буквой скрывается ересь. Ересь скрыта. Сатана, говорит, принимает вид ангела света. Вроде похоже, а ничего нету. А где вы Это... видите, почему там есть эта разница? Почему вы видите, что там есть разница? В чем разница? В этой букве одной? Так Разве пастыри, меняется которых значение? Бог поставил, а пастор – это еретики. Это еретики. Пастора ни одного у православных, у католиков не было никогда. Не было, в церкви не было пасторов, а были пастыри. Тут не надо просто так, что, а может, ничего не значит. Значит, вот был Авраам, а теперь Авраам. А что Да. означает? Первое Авраам означало странник, то есть бомж. Он с угла в угол ходил и не знал, где остановиться. А Авраам означает отец множества, Да. отец всех наций. И в шатрах их поселится Иофет, то есть наша нация. Дальше. И иных учителями. Я говорю, кто учителя? Начинает опять об апостол. Да нет. Он говорит иных, иных, это иных. Иных, то есть других. Кто учителя? Они не могут сказать. А мы называем первый, самый известный, Игнатий Богоносец. Это ребенок, которого Христос брал на руки. Таковых есть Царство Небесное, говорил. Епископ Антиохии. Его бросили львам в Риме. Львы его разодрали, съели. Дальше. Считаем. Ириней Леонский, Поликарп Смирский, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. То есть мы насчитаем этих учителей в каждом веке. Я издавал, насчитал все жития святых, и у меня выстроено 1173 биографии. У сектантов ни одной. Почему? А они не церковь. Ну, не с Лютера же началась-то. Я понял. Церковь началась с Сионской горницы. А почему они верят Мартину Лютеру? Он богохульник. Он богохульник. А как узнали? Очень просто. Он давал обет монашеству. Кому давал? Богу. И что сделал? Монашку совратил и женился, и 6 детей нажил. А кто такие дети? Дети – суть свидетелей разврата родителей. Так говорит Писание. Как тут не видеть-то? Церковь, когда бы одобряла такое, чтобы монах и женился-то, ему сразу извержен, он никогда не причастится, он никогда уже никакой должности не будет иметь. А это нужды никакой нет, в самом основании гниль. И как Игнатий будто Тихонович, ослепли. да. Скажите, я все-таки для меня вот сейчас просто не совсем понимаю, почему всегда, это разве всегда дети свидетельства о разврате родителей? Конечно. Дети, Но которые... если... Дети, нажитые от незаконного сожития. А, это да, это я Ну, понял, дети. все, это То есть да, она это скажет, да. я не знаю, а во чреве тебя кто Все. растет?
Она почему пришла к Все, я Давиду-то, понял. в Версавии-то, что Да, я скрыли знаю. грех как будто, но грех внутри меня растет, с каждым днем все больше и больше заметно. Да, Дети, да. у которых от незаконных сожитий, Соломон говорит, суть свидетеля разврата родителей. Вот возьмите сейчас вот, ну, один, другой, сейчас вам это, Хворостовский умер-то. Да любого из них возьми, у всех это вторая, третья, четвертая и пятая жена. То есть они все развратники. И притом не Да. просто так, а вот сейчас я знаю, что поэтов очень мало, настоящих поэтов. Вот Да. Евгений Евтушенко был поэт. Вот он умер 1 апреля, нынче в этом году. Она у него была четвертая жена. Вот Высоцкий, вот там. Но почему вы не говорите, когда первая жена с моими ребятишками осталась? Он увидел Марину, кинулся к ней. Ну, вы знаете, о ком я говорю? Да, все правильно Надо понимаю. вещи называть своими именами. Если тебе так нравятся четыре жены, иди в мусульманство. Не обманывай, у них разрешается. Но только ты должен прокормить, допоить, и если развелся, то продолжать кормить детей. Да, надо, говорят, до конца договорить. Вот так. Понял. Еще вопрос такой. Говорит Писание, не все делайтесь учителями, ибо... Один вас зовут вас учитель. Да, но там еще дальше говорится, не все делайтесь учителями, ибо большая ответственность на этом и взыщется много. То есть не говорится, не делайтесь учителями, говорится, не все делайтесь учителями. То есть некоторым особо искусные могут сделаться себя учителями. Ну, знаете, здесь нужно разбирать слово «учитель» в первоначальном смысле, как изобретатель какого-то учения. Учение впервые. Вот у баптистов Джон Смит, здесь Мартин Лютер, он свое, там эта книга не нужна, это нужна, понимаю, вот так, это учитель у них был. А у нас учитель означает передающий учение, которое дал Христос или святые отцы. Тут надо понимать, говорит, не называйтесь отцами, один у вас отец на небесах. Дальше это через запятую идет. Ну а как же так? Апостол Павел говорит, отцов у вас немного. Я родил вас во Христе Иисусе, я родил, да кто? Авраам родил Исаака, кто он для Исаака? Отец. Через Вот кого этот мы момент для меня обратились? непонятный. А? Я не понимаю этого момента вот насчет отцов. Вот я не понимаю, не Я могу никак поясняю, понять. но нам понятно, что Авраам родил Исаака. Да. Но он не рожал, рожала Сара. Почему? Сара, а от Авраама, от семени Авраама. Потому что у евреев это не повеление Божье, а принято так. Родословно идет Да. только по мужчине. По мужчине, да. И в Новом Завете говорит, и когда Христос преломил хлеб, то накормил 7 тысяч, не считая женщин и детей. Да на женщину более Хорошо. прожорливая. Почему же не взяли в счет-то ее? Да потому что это не мужественное, а то несовершенное. И когда... Игнатий Тихонович, но написано же не называть себя отцом. Все это как бы можно поставить точку. Если сказано не называть, значит не называть. Не называйтесь, там написано есть. Не называйте себе никого отцом, Да ибо вот один отец у вас... вы знаете, где это написано? Ох, сейчас найду, если надо. Вот вы когда вопросы есть, вы всегда выписываете, чтобы точно прочитать потом. Вот я поясняю относительно отцов. Да. Апостол Павел говорит, хотя у вас наставников тысячи, но отцов мало. И дальше говорит, ибо я родил вас во Христе Иисусе. И кого он родил? Кто они для него? Кого он родил? Он и для них кто? Ну, Авраам говорит, я родил Он Исаака. Для отец. Исаака кто? Он, Авраам кто для них? получается, отец. Отец. Ну, Павел говорит, я родил вас. Кто он для них? Отец. Ну, все, а почему нет? Значит, отец, который первородство дает от Бога, впервые с большой буквы, только один. А здесь отцов, говорит, немного. Они учителей много, а чтобы от кого-то родился, человек сам понимает, я от тебя родился духовно, рождение свыше получил. Я от тебя стою за кафедрой, я одновременно в 5 университетах вел занятия. Вот проходит маленькая записка, вы мой духовный отец, я совершенно не верил, теперь хожу на занятия, я поверил, я знать никого не знаю. А человек даже и не знает, что нельзя называть, а он понимает, я родился здесь от того слова, которое услышал. Я буду уговаривать его, а уговаривать не по слову Божию. И как у нас начинается книга? Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста. Это титульный лист. Отца нашего. Почему? А он нас учит. Самый плодовитый отец за 2000 лет. Он родил тысячи. А раз родил отец, вопросов нет никаких. А отец, повторяется, непонятно. По первородству. Учителями называется. Почему? Христос учитель. Отойду, надо отойти. Давай. Да. Ну, вот так. Отцы,
Через Понял. кого родились мы? Духовно. Игнатий, еще один вопрос. Такой вот, может, вы может поймете, о чем я говорю. По Писанию видно, что есть такие слова в Писании. «Будь во мне, я в тебе, Отец нас, и мы в Отце». То есть говорится о том, чтобы мы себя чувствовали, что как будто всегда Бог в нас и делает дела через нас. Вот такое состояние должно быть у христианина. Ну, стяжать такого, что мы стяжаем Святого Духа и молиться, чтобы Он был в нас, и мы дела, которые мы творим, это Он творит в нас. Так и должно быть. Никогда вот церковь по-другому не понимала. То есть вы согласны с этим, да? Да, согласно, другого нету. Если человек присваивает себе, он самозванец, это одна из черт гордости. Господь отнимет, и с кровати не встанешь. Вдохнул и не выдохнул, говорит. Дыхание в ноздрях от него, дыхание. Все на 100%. Да. И мы должны избавляться от ветхого нашего человека постоянно, с Божьей помощью. Да. Или он нас, Христос, который в нас, нас сам избавляет? Нет, сам никак. Он, потому что мы его просим помочь нам. Помочь. То есть без него не можем ничего творить. Это невозможно. И сколько Понятно. Бы ты ни пытался, все Писание говорит. Избави вот меня, спаси, погибаю, Давид говорит. Извлеки меня. Извлеки из бездны. Быстрое течение уносит меня. Но я могу ли тонущий? Да никак. Меня трясина засасывает. За шнурки сам себя никто не поднимет и за волосы. Правильно. А нужна эта пронзенная длань, которая возьмет тебя и потянет туда. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. А 15:5 к Иоанну, он говорит так: без меня не можете делать ничего. Ничего. Все. Да, ничего я понял. Абсолютно. Да проживать не можем, проглотить не можем. Так, хорошо. Игнатий Тихонович, еще один вопрос. Вы молитесь молитвой Иисусова, Иисусе, Сыне Божий, да. Помилуй меня грешного. Да. Но вот когда я слушал святых Сафона, греческий, именно греческого монастыря, они произносят эту же молитву, но не заканчивают словом «помилуй меня грешного», а просто «помилуй меня». Ну и что, какая разница? Называем и занимаем грешники. Если человек не согрешит, то говорит, не согрешает, то он лжет. Евангелист Иоанн пишет. Если даже сказать, что я не грешу, это обольщение. Люди говорят, прелесть. Это не люблю слово, но а тут действительно так. Помилуй меня грешный. Апостол Павел говорит, я недостоин называться апостолом. Я гнал церковь. Я, говорит, первый из грешников, самый первый. То есть больше меня грешника нет. Сколько лет прошло, он все еще говорит о себе, как о страшном грешнике. А убийцы. Игнатий Тихонович, а не получается ли то, что вот мы с помощью нашей веры, с того, что мы освящаемся, стараемся освящаться каждый день, когда Христос говорит уже ученикам, теперь вы мне не рабы вы, то есть он не говорит мне, он говорит просто, теперь вы не рабы, но друзья мне. Но. Вот. Мы не должны ли считать себя, что уже мы не грешники, а как бы... Если в нас Христос, мы во Христе, мы друзья Его, мы стараемся освящаться, а вдруг мы не грешим? Мы все равно должны себя называть. Было. Все согрешили, все лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. Ну куда мы эти слова дим? Нет, ни одного и не было никогда. То есть, грех обладает силой притяжения. Как это? Все да. Святые, все апостолы, все считали себя грешниками. Уже покаялись, все. То есть не может быть такого, чтобы человек просто вот осветился и был святой. Только, говорит, един свят, запомните, един Господь Иисус Христос. Писание говорит, един свят, только один. Один да, без греха да. Человек на земле был. А если понял. Мы были безгрешны, мы бы не умирали, мы не умерли бы. Мы Я жили понял. Бы и жили бесконечно. Вот поэтому дается человеку покаяние, разрешение от грехов руками рукоположенного священника. Покаяние. Все, я понял. Скажите еще такой вопрос. Вы пользуетесь Библией 77 книг, а не 66? Конечно, да? 77, они канонами приняты. Вот интересно, да. Вот приезжают баптисты, хорошие люди, но видно, что зажатые, вот чисто сектантские, вот один стих, субботники, суббота, иеговисты, Иегова, узнали, да. Иегова, на каждом шагу. Я говорю, скажите, а вы знаете, что Евангелие было не 4, а 20? А какие? Я говорю, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, Евангелие от евреев, Евангелие Басилиска, он ничего не знает. Ну и что? Ну а кто их выбрал-то? 4. Профессор Владимир Филимонович Марцинковский, очень известный человек, он говорит, сохранилось предание, когда все эти собрали свитки, то положили их на престол в алтаре,
и запечатали храм. Утром пришли, все на полу валяются, Матфея, Марка, Лукиана лежат. Он говорит, но если бы даже не так, наше сознание выделило бы их. Вот. Понимаете, как? Понял. Надо понял, конечно, согласиться с этим. Бог назначил учителей. И я благодарю Бога, что я православный, что мне удалось вот насчитать 12 томов Златоуста. Я сейчас выставляю каждый день. Помогли мне это сделать. Аудио перевести как бы в видео файлами. Угу, Бог сделал. Я когда первый раз услышал толкование, я не мог удержать. Вот сижу, переписываю, выйду на крыльцо, никого нигде нету. Ну кому же сказать-то? Да вот как понимается-то. Я сектантам простые вопросы задаю. Простые, не где-то, во всех Б, допустим, в Москве, там Алабузовская 3, беседуем. Там руководство такое было, там Житков тогда был. Ну, такие высокого ранга люди у них, у баптистов почитаются. Я говорю, скажите, явится на небе знамение Сына Человеческого. Что это такое? Христос. Дальше написано, и затем узрите Сына. Что? Сначала Сын, а потом за Сыном еще Сын. Знамение Сына Человеческого какое? На небе явится, на небе. И почему явится? Я тоже не знал. Прочитал Златоуст, он говорит, три причины. Я говорю, ну какие? Ничего не понимают. А как же вы людей учите? Это один вопрос. Я задал его, тоже думайте, если знаете, ответьте. Другое. Апостол говорит, евангелист говорит, блаженны нищие духом, блаженны плачущие. 9 раз блаженны, это 9 новых как бы заповедей дается. И далее, кто одну из них, сих малейших заповедей нарушит, малейший наречется в Царстве Небесном. Как нарушит-то? Малейший. И почему она малейшая? И почему в малейшем Царстве Божьем? Больше нигде не сказано. Не знают. Не ответить никогда. Почему? Закрыто. А святым это было открыто. Я беру готовое. Мне не надо не над одним стихом задумываться. Он истолкован, тысячекратно повторенный. И за этим стихом стоит история. А это нет. Сироты. Я говорю, допустим, тысячелетнее царство. Вот будет, когда-то начнется. Я говорю, оно на Голгофе началось. А как так? Очень даже просто. Просто. Я 3-4 стиха сейчас назову. Если ты их не примешь, то ты неверующий. Да ну, зачем так? Вот слушай внимательно. Написано, сковал дьявола на 1000 лет. Откровение, 20 глава, 4 стих. Согласны? Да, согласны. Второй вопрос. Это пока вопросы. Почему о тысячелетнем царстве во всей Библии нигде не сказано, а только в книге духовной? Был в духе Иоанн. Нереальная ему картина, ты разделаешь, там кони скакали. Никаких коней нету. Там жемчуг, яспис, изумруды перечисляют. Это значение, что в этих камнях заложено. Что значит 12 ворот? Как одно дерево, растущее на той и другой стороне реки? Одно дерево на двух сторонах не растет. Такого дерева не было. И листья для исцеления. Кого исцелять, когда вечность наступила? Там было написано, ни болезни, ни воздыхания не будет. Ни на один вопрос не могут ответить. А вы имеете? Мне не дано. Мне дано понять, что я ничего не знаю. Я смирился. Я тогда склонился перед святыми учителями церкви. И они мне пояснили, на небе явится крест. Крест. А почему? Это знамение его. Знамение. Где крест Христов? Это знамение. Полумесяц – это знамение мусульманства. Ну, какие это? Да. Пятиконечная звезда. Это сионизм, там, масонство. Шестиконечная – это еврейская звезда Давида, ну, 7 звезд концов – это церковная, божественная. И вот мы здесь смотрим. Сковал на 1000 лет. 1000 лет когда началось? Мы не знаем. А теперь нужно узнать, когда он его сковал. И сковал ли? Внимательно слушайте. Первое послание Иоанну, 3 глава, 8 стих. «Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Я говорю, вы верите в этот стих? Ну да, а где же разрушено? Покажите. Сатана свирепствует, убивает друг друга, люди блудят. И... Ну написано, если он их не разрушил, то это не Христос был, а обманщик. Значит, он разрушил, и нам надо понять, что под этим словом. Евреям 2.14. «И как дети, причастны плоти и крови, мы из этого состоим, то и он воспринял оные, дабы смертью своей лишить силы, имеющего державу смерти, запятая, то есть дьявола». Лишил он его силы. Где? Смертью и смерть поправ, сущим о гробе живот дарова. Где? На кресте. А где это известно? Ну скажите, он в преисподние места сходил?
1 Петра, 4 глава, 6 стих. И для того мертвым было благовествуемо. Сходил. Ну и 3 главе он об этом говорит. Духом праведников, достигшим совершенства. Теперь Христос сходил туда. Нужно твердо понять, что 3 дня он был в преисподней. Он проповедовал. И теперь вышел. И почему по его воскресенье многие святые воскресли, говорит, явились в Иерусалиме-то. Они вышли, но потом и умерли. И вот здесь, если Христос их вывел, то надо подтверждение найти. Это Евангелие от Матфея, 12 глава. И он говорит, как может то расхитить вещи, если прежде не свяжет его, слово «связать». Он связал его, то есть лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И теперь, а как тогда воскресенье, второе, никаких. Вот Христос родился, воскрес, и только дальше придет воскресенье общее. В этот же день, в эту минуту будет вознесение кверху, вознесение не за 1000 лет, как проповедуют еретики, сектанты, а именно последнее, последний день. А где известно? Во всех притчах. Господь говорит, оставьте расти плевелы, пшеницу до жатвы. Жатва кончина века. Вместе. А они их, пшеницу за 1000 лет, хотя Христос говорит, прежде выдерните плевелы и свяжите. Наоборот, все перевернуто. И как будто никогда не считали. Почему? Они не церковь. Дух Святой не дает им толкования. Дух Святой совершенно их не касается в этом. А вот нравственно, я просто спрошу, говорится, не в обиду, почему бреетесь? Я? Да, вы. Греюсь чем? Бреется, бреетесь, скоблитесь. Для чего скоблитесь? Отвечаю на вопрос. Потому что я считаю, что Богу очень важно то, что внутреннее, а внешнее вот это... То есть ему не важно, ему важна душа, а не внешность. Вот, но у меня пока что такое мнение. Так и говорите, я так считаю. То есть вы человека, я так считаю. Вы человека не творили, нет, но уже считаете. А Бог так не считает. Вот она не растет до 18 лет, а потом растет. И растет, если волосы могут до полу, а борода, вот она, дальше не растет, дальше сечется. Я спрашиваю, вы верите в то, что Авраам был с бородой? Ну да, все пророки с бородами. У Давида услуг, когда пол бороды обрили, и он их не запустил в Иерусалим, и говорит, живите в Иерихоне, пока не отрастет. Они каждый день, наверное, мерили. Земной Иерусалим, а мы идем в небесный. Богу не важно внешнее, очень даже важно. Павел говорит, что если платка нету, или мужчина растит волосы, постыжает голову. Покрывало дано для ангелов. Зато он говорит, постыжение идет до неба, до ангелов. А это не важно. Зачем по стихиям мира? Однажды собрались баптистов много, но мне пришлось присутствовать. Я приехал в гости. И тут был с той стороны из Молдавии Карл Станиславович Седлецкий, у них пресвитером. Кулунда город. И я привез с собой журнал, но он назывался «Баптист», 1905 год. Больше огонька, такой большой по размеру. На первой странице сидят молодежь, ну и все там, все до одного с бородами. Все до одного. Никаких этих не было, скоблился, что под маму подделал, 2 мамы в доме не было. Я говорю, скажите, вот если бы сейчас был тот же самый период времени, вы старики, а седые, вы бы брили бороду? Ну, конечно, раз все с бородами, и мы бы... Значит, что? Вы смотрите не на свои фотографии, не на Павлова, а вы глядите на мир. И что, по стихии мира, а не по Христу? Они начали что-то говорить, а Карл Станиславович, сам бритый, встал и говорит, нет, говорит, брат нам правильно говорит. Я говорю, скажите, вот у вас основатели баптизма, какие, перечисляйте. Они перечисляют там Пашков все с бородами до одного. Рябошапка все до одного с бородами. Так это баптисты, а давно ли возникли? Теперь смотрите, союз борьбы за освобождение рабочего класса. Сидят Ульянов Владимир посередине и товарищи, их 7, все до одного с бородками. Все до одного. Его отец Илья Николаевич, и с ним сидят эти инспектора, все до одного. Ну, сколько там евреев среди них было, сколько? Да, не знаю, это вопрос другой. Но главное, что все баптисты евреи разве? Даже Сикстинская Мадонна, даже католики бритые, и то рисует, и вон она с бородой. Вот он стоит. Сикс, 4 век. Значит, все это стихии мира. Не надо себя обманывать. Я говорю, Игнатий Тихонович, хорошо. Я к баптистам обращаюсь, не к вам. Ага. Вам тоже все ясно. Упертый. Да. Теперь смотрите, я говорю, скажите. Нет, апостолы... я не упертый. Ну ладно. Нет, нет, нет. Апостолы, я говорю, были с бородами. Они говорят, да, я говорю, а словарь Нюстрима, первый выпуск был. Апостолы нарисованы, конечно, фотографий еще не было. Все с бородами. Иконы смотрим, все с бородами. Почему вы боитесь? Почему Фидель Кастро не боялся, приезжал и с Брежневым целовался с бородой? Один? Да никто не боится. Но это разве, Игнатий Тихонович, смотрите, да, Самсон боялся, тоже. Сила его была в волосах.
Правильно? Не, Хотя не, не, Писание не. пишет. Я о бороде говорю, Александр, о бороде. Бороду не прикасайся, написано, не порти края бороды твоей, не порти. Левит 11 глава. Не надо, человек остался тот же самый. Внешне Бог ничего не изменял, он внутренне дал закон. И если ветхий закон так держал строго, даже нельзя было в Иерусалим прийти, то что говорит про новый, когда на Игнатий такую высоту Тихонович, нас тогда Бог мы должны... поднял? Правильно, тогда мы должны весь ветхий, все законы, все 613 заповедей исполнять. Да не... Надо смотреть, церковь установила что. Но как смотреть, если Бог сказал, вот, да, понимаете? Через Моисея, он дал нам закон. Все, надо либо соблюдать, либо мы нет. Соблюдаем, соблюдаем. Я вам говорю, только надо смотреть, что соблюдать-то, как соблюдать. Для этого церковь есть. А вы видите, я понимаю так, а мы так не понимаем, почему церковь была, Вселенский собор. Вот я начал вам говорить, смотрите, я говорю, баптисты решили брать эту Библию, а там написано синодального перевода. Так? Синодального, каждой баптистской Библии. А что такое синодальный? Я говорю, а кто переводил? Ни одного переводчика не знают. Ну, вы еврейский-то язык не знаете. Я начинаю говорить. Павский, Герасим Петрович. Вот Евангелие от Матфея, Псалтырь, это его. Хвольсон, Данил Аврамович. Крещенный еврей. И он, профессор там, где бы был, преподавал. И учебники для еврейских школ писали. Я с Александром Менем вот беседовал. Я говорю, а вы могли бы так переводить? Он еврей чистопородный, работает с оригиналами. Он говорит, да никогда. Таких переводчиков нету. Четыре духовные академии переводили. А вот ты, баптист, да хотя бы узнай, будь благодарен. Кто высветил какой канон? Книги-то разные-разные апокрифы были. Почему пастыря Ермы нету здесь? Отдельно выделили. В первых списках были два послания Климента Римского. Почему их нету сегодня? Ни на один вопрос ответить не могут. Вот эти книги, что 77, они как будто специально, цифра сама 7-7, выбросили, 6-6 осталось. Ну, даже да, цифры, говорят, мне, да, мне вот странно, этого никто не видит, хотя мы знаем даже из Ветхого Завета, с Кабалы, из Талмуда, что 7 число, это мистическое, божественное число, такое очень важное, одно из самых важных. А шестерки, это как бы, вот это тоже никто не видит, я тоже это смотрел. Ну, я повторяю, что апостольское правило, до первого собора еще, 85-е правило, апостольское, в книге правил, показывает, какие книги церковь избрала. Она избрала Сирахова, Маховейская, все книги уже там были. И по этим книгам проповеди ведут, как Златоуст. А сегодня в глаза не видали книги, а не надо. Почему? Он вырос в этой среде, в среде отступничества. Они сироты, сектанты все. Потому что ничего нету. За столом никто не сидит до этого века. Вот, допустим, у баптистов первый, кто обратился, 1609. Первая община в Роджерсе, 1639. 17 век. Я говорю, назовите, кто так верил во втором веке, как вы? Ни одного. Ну, назовите. Ну, всегда. Не надо. Кто? По порядку. В третьем веке, четвертом. Ни одного никто. Не могут назвать. В пятом, шестом, седьмом. Почему? Не было, потому что. Адвентисты седьмого дня откуда взялись? Ну откуда? Уильям Миллер, Елена Уайт. Ну любого сектанта спроси только, он понимает почему. Потому что пошли против Бога. Бог установил глава, Христос, церковь, тело. Они тело отбросили и начали наращивать свое в голове. А это все подделка. Сатана принимает вид ангела света. Главное, Бог смотрит на сердце. Так это от сердца и идет. Что так узко-то понимают-то? Бог так установил. Бог дал. Обреется, как понимать? Протопоп Авакум говорит, блудодейная ересь. Блудодейная. Вот мне где женщина была, да как вас жена до себя допускает? Все об этом речь идет. А у нас ребятишки, вот, ну, обычно, когда бородатого увидят, ребятишки-то, вот у меня сидят, а это дядя Ленин там как-то назовут. А эти ребятишки под забором высоко увидели соседи-то пьяные все время, это бритые, они боятся бритых. А у нас все до одного с бородами. Какие бы они ни были. Да, я видел. Вот все до одного. У нас тут один был, бороду маленько постриг, и пока не отросла, он стоял с оглашенными. Понял. Вот скажите, да, вижу. Игнатий Тихонович, а книга вот Александра Меня «Сын человеческий», как вы относитесь к ней? Хорошая книга. Вот я сейчас могу вам скинуть нашу беседу с ним, с Александром Менем. Да, наша очень беседа, хотел. Беседа с ним, мы сидим, на магнитофон записывается, а потом это все... Так, а ее нету в ваших сайтах, на ваших сайтах, да в ваших видео. Я вам скину ее, она в 20-м томе «Открытым оком». А, давайте, если можно, скиньте. А на моем потом. Сайте, там в аудио мы сидим, разговариваем, в аудио. Буду очень благодарен, скиньте беседу. На наш сайт зайдите, и там написано Хорошо. На первой странице «Звук, видео», ткните, и там выйдете, там
духовные материалы, но не святые отцы. То есть я с Дмитрием Дудко беседую, с Глебом Якуниным. Ага, хорошо, хорошо. С Александром Менем. Притом, эту беседу, то есть создать за миллиарды нельзя, его нету уже, нету. Ну да, 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 я конечно. Ее разбил на 6 частей, я вел 3 радиопрограммы и по радио пустил. Так звонки были, как вы можете спорить с ним? Он такой, ну тогда он, первое время еще было, разрешали. Я могу, а вы нет, почему? Потому что я живой, с живым беседую. Он даже за микрофон меня засмеялся, ну интервьюер, говорит, мне сразу таких вопросов не задавали, он еврей. Угу. Но начала и конца немножко нет, а тепленки побыли в КГБ, и они маленько отхватили. Ну, там незначительно. Ну, что-то если важное. Книги смотреть, 64 страницы. Это брошюра целая. Да. Я вам скину его сразу, ага. Только не отходите, прям тут же. Дайте знать, хорошо, что получили. Хорошо. Так что хорошо. Бритву выбросьте, не нужна она вам, Александр. Противостань. И кто? Вот у нас начал бороду отпускать. Жена поднялась против, мать поднялась, сестра. А им какое дело до его бороды-то? Нет, за этим стоят другие темные силы. Ну, посмотрите, вот Фридрих Энгельс сидит, даже рот не видно где. Я говорю, у Карла Маркса поменьше бородка, у Ленина клинышком, у Сталина усы, а у Хрущева уже на голове ничего нету. И все это в таком порядке идут они. Вы знаете, что Горбачев – это мистическое имя, фамилия его, знаковая. Я когда сидел в камере, а с нами сидел преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. И он это сказал, ничего нельзя сделать. Вот, допустим, Ивановых много, Барышниковых много, Володиных много. Но чтобы в одной фамилии были буквы и в том порядке, в котором будут правители высшего ранга, первой секретарии Компартии, нельзя создать. Брежнев, Гор Б, Б, Брежнев, за ним А, Бачев, Андропов, Ч, Черненко, Е, Ельцин. 4 буквы в том порядке, притом не соседи какие-то, первые лица в государстве. Это заложено в нем было. Он должен был первый прийти. Раз это слышу, знаковая да, фигура. Интересно. Да, и пятно на голове то же самое. Оно обязательно что-то значит. Просто люди не знают этих уже толкований, нет уже давно. Но, понимаете, вот если когда человек молится, Бог много открывает. Другой он прошел мимо, да, конечно, он заметил. Конечно. А бывает конечно. Так, Христос писал что-то, начертил на земле там, и они один за другим пошли. Что? Что он писал пальцем-то на земле? Считается, я знаю, что писал. Что писал? Сейчас вам скажу место, которое он, что он писал. А сейчас что две писал? Секунды. Ну? Да-да-да, говорю вам. Ну нет, я никогда не слышал, чтобы написано было. Это предположение. Сейчас я вам скажу. Нет, не предположение. Ну давайте. Кто без греха, да? Нет. Ну тогда ничего случае. Не найдете, время не тратьте даже. Этого нету. Да, я вам говорю. Пожалуйста, для вот меня вопрос. Будет открытие. Давайте, что он хорошо. Писал? Хорошо, вот. Вопрос. Что писал Господь на песке? Ответ. Иисус исполнил пророческое слово. Иеремия 17:13. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Ну а почему вы думаете, что здесь он это писал? Какое это отношение имеет? На прахе? Ну, потому... На прахе, а земля разве не прах? Ну, это прах. А что, имена, зачем писать их? Имена, ну написал, допустим, я Иванов, он написал Иванов. И какое у меня дело-то до этого? Я и так знаю, так, что Иванов, соседи стоящие знают. Так совсем не об этом речь-то идет. Но по-другому толкование. Там еще имеется в виду, что он писал имена семерых саддукеев вот этих. Нет, конечно. Допустим, Мешулам, Ашер, Шалум. Ушли-то? Александр, почему они ушли-то все? Никто не бросил камень-то. Потому что он писал их не имена. Вот они перечисляются. Да Мешулам, Ашер, Шалум. Вы время не он перечислял, показывал допустим, им, что они грешники. Следовательно, писал мое имя. И что он меня арестовал за мое имя? Он арестует за другое. Хорошо, Игнатий Тихонович. А как вы тогда видите вот эти слова в Иеремии 17:13? Пишется, отступающие от меня будут написаны на прахе. И вот он писал, которые отступили от него, писал их имена на прахе. Да потому нет, что конечно. Оставили Господа источника водой живой. То есть воды живой. Они оставили Господа источника воды живой. Я вам разве говорю, не стыкуются эти места? Ничего не значит. Имена не являются обвинением. Если он скрывался, его подпольно вытянули и сказали, ты именно вот тот, которого ищет государство, тогда дело другое. А тот нет.
Это Но совершенно Игнатий другое. То есть Тихонович они свое имя понял. записывали в родословные, имена записывали на камне, как Иова говорит, и на прахе. То есть это все выветрится за отступление. Вы в книге жизни не будете написаны. Но это ко Христу совершенно не относится. Ну, я не говорю, что я прав здесь, я просто говорю вот одно мнение, потому что Нет, это оно даже такого мнения и быть не может. Потому что если он имя написал, то оно ничего не говорило и не обличало человека. Все стоят, знают, что моя фамилия, имя всем известно. Считается, притом очень близко к истине, что он, каждый, кто стоял рядом, он писал ему: «Ты вор, блудник». И, может быть, написал, кто прелюбодейка. Тот глянул скорее назад, или мне ли бросать. Грех, он обличил их этим. И что он писал, это именно грех. Ни Ну вот фамилия, ни имя. да, понятно. Вот смотрите, Игнатий Тихонович, пишется, и их имена, их было семь. Пишется, Мешулам, что значит, похитил церковные драгоценности. Потом пишет, Ашер, совершил прелюбодеяние с женой своего брата. Шалум, ложно поклялся. Алед, ударил своего отца. И так далее, их было семеро. Вот он писал их, то есть их грех, это и были их имена. Поэтому они выкинули камни и ушли. Я скажу вам, они не знали Писания. А так вот, как вы говорите, у вас напечатанное. Вы Да. вспомните, как было при царе Озии, когда они один экземпляр на всю страну и нашли заваленный Да, деньгами. я Что они знаю. знали? Да. Они не знали, и поэтому имя их вообще ничего им не говорило. Они не знали истории своей. Не знали, их не учили. Слово синагога явится после вавилонского пленения только. Почему в Ветхом Завете это не было? Школ не было. И когда самаряне здесь были поселены, и львы их терзали, то послали к ним на всю страну, написано, одного священника. Одного. Да один священник на деревню только. Грех. Грех, говорит, обличает человека. И вот кто-то начал, кто-то ему говорит, да тебе ли рот-то разевать-то, поганец, ты вчера только вот своровал там. Или такое-то, тебе ли говорить? Вот вспомнишь, когда граф Монте-Кристо, он знал каждого греха и теперь доказывал. Вот этот ребенок незаконный, а его вы зарыли в саду. Он знал это дело-то. Но его выкопали, он вырос теперь. Это ваш сын. И он с собой покончил, главный прокурор. Другому говорит, он именно грех его. Каждого знал грех и доводил до осознания. Вот такое вот. Оно было более близкое. Игнатий Тихонович, вы рекомендовали бы труды Пушкина для нравственно, то есть для вот, допустим, для преподавания в школе Почему? Кое-что стихотворение? есть хорошее, но только мало-мало. Я издавал мировую поэзию за 300 лет. Это у меня 26-й том. В каком месте они говорили о чем? И эпиграф к каждому из Слова Божия. 300 поэтов за 300 лет. Это больше не было от Сумарокова и этого. И преподавать можно. Но однажды у меня директор той 68-й школы, в знатный такой, в энциклопедию государственную занесен. И вот стали отцы и дети Тургенева. Ивана Сергеевича. Вот считает, мы в тандеме пошли, ученики там 10 класса, кажется, а я теперь поясняю, что это и как выглядит во свете Библии. Вот это был урок. Он учитель такого звания. Тогда Господь показывает. Надо раскрыть таинственный смысл, что тот понимал, и неотразимо при том. А разве не могут возражать? Не могут. Я однажды дал объявление, вот есть такие ивановцы были, рериховцы. И они вместе собрались. Агни-йоги книга, но чтобы ее Да. разобрать, я ее должен знать. Грешный человек. Считал, подчеркивал. И вот когда собрались они в университете, я вышел и сказал, вот Агни-йоги, а вот Библия. Теперь главные фразы беру, на доске показываю, Христос вот как говорит. А они сидят там, что-то листают, там такие кандидаты наук. Когда кончилось, ни один не поднялся. Ни одного слова больше не сказал. Почему? Все. И говорит, 28 человек, что ли, сразу отошло от них. Почему? Неотразимость довода из Священного Писания. А об этом надо молиться. Бывает достаточно одной фразы, чтобы человек обратился. А это делает только Дух Святой. А сегодня в патриархии везде миссионерские отделы. Их нельзя создать. Их человек не может создать. Отделов не может быть. Бог посылает по два. Вот весь отдел. И только Дух Святой. Проповедник может быть, благовестник может быть, а миссионером он не может быть, пока Дух Святой его не возьмет в свои руки. Согласен, конечно. Игнатий Тихонович, Упарились.
Нет, почему? Я наоборот, я очень доволен разговором, я обдумал, какой вопрос задать, но вопросов больше нету. Ну вот так. Вот, вроде не лезет, значит, не нужно, не лезет в голову Вы ничего. знаете, А так я очень получил ответы на вопросы, которые мне надо. мне пишут, вот сейчас переписываемся с одним, Ага. выступал где-то в каком-то обществе, преподавание вел Андрей Кураев, диакон. Да. Вот. И он задает вопрос. Они показывают зал, а видно, спрашивают там его. И говорит, кто у нас самый знаменитый сегодня вот миссионер нашего века, ну, нашего времени. Никто не отвечает. Он меня называет. Он А, приезжал я мне. знаю, я хорошо знаю Вы все эти знаете, истории, и все эти один беседы, человек да. через это, через его свидетельство нашел меня, купил все книги. Это Да. Юрий Соболев с Красноярска. Он Угу. преподает в академии государственной, в государственном университете и при метрополии ведет уроки. И вот говорит, мы идем с женой. И о чем-то говорим, и что-то как бы да, только пришли, я говорю, в любом месте ролик толкну, следующее предложение, вы говорите от этого. Да как это так? Я, говорит, проснулся, что-то думал, ну где же ответ-то? Там касалось ребенка. Я тогда, ну, не выбирая ничего, просто ткнул. И не с самого начала, оказалось, с половины. И вы следующие фразы говорите на мой ответ. И вот пришла одна девушка, сидит, пришла, говорит, я, ну она как интересно пришла, она долго бродила, кришнаитов там везде. Пошла, лоб помочили в церковь, а сердце ее не находит. И в автобусе едут, и одна говорит, вот я, говорит, пришла первый раз на занятиях, о Боге столько узнала, она о Боге. И когда одна вышла, она к ней, а вы про что разговаривали? Они говорят, да мы занятия им. Какие? Ну, в Алтайском техническом университете идут. Да вы что? И она пришла. Пришла, ну, мало ли где бывать приходилось. Она на первой, и вот она только открыла дверь, и с первой скамейки одна женщина поднялась, и я веду занятия в университете, и перешла на другую. А что она перешла к кому-то, но ей место освободилось, она села и вот так смотрит. Я говорю, у меня было 7 вопросов. Вы говорили в этот момент, говорили вот об этом. Вдруг говорит, на меня посмотрели, перестали говорить и начали вопрос за вопросом, все 7 вопросов в моем порядке ответили. Тут молву стали распускать. Я учился в Египте, учился там и там, ну, волшебство, экстрасенсорики, там все. Я ничего не знаю этого. Это Бог делает. И это все время, где бы ни было. Да, Это Бог делает. это Поэтому миссионера чудеса, учить это. нельзя научить. Это или Бог есть, или нет. Первое Да. главное – родиться свыше, и второе – быть водимым Духом Божиим. Все в этом. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Вот. Игнатий Тихонович, тогда будет очень хорошо и очень уместно, вы все равно это видео будут смотреть люди. Я думаю, вы его выставите. Вот вы Обязательно. сейчас сказали о рождении свыше. Уточните этот нюанс о рождении свыше еще раз, потому что одно из самых важных вещей в христианстве. Знаете, пришел Вот ко мне о рождении. корреспондент, я поясню. Вот я Ага, ему да. отвечаю на вопрос один, другой, третий, там что-то. И он такую возвышенную статью написал, сеявший со слезами, буду жать с радостью. А притом мне сказали, еврей был здесь. Ко мне на дом пришел, интервью взял. И вот, говорит, у Лапкина самая главная черта, как я понял, самые сложные вопросы в таком простом виде дать, что любая старушка поймет. Вот что такое совесть? Начинаешь считать святых отцов, правильно говорят, он настолько заумный. Я отвечаю просто. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Участок души, уши там или... Это Я участок, не понял. душа, а участок души. Вот совесть, сожженная в совести, там уже все замуровано. Говорят, уныние. А вот от чего бывает уныние? Вот, причины разные. Я отвечаю, от плохо сделанной работы. А то любой поймет, как плохо молился, плохо с женой обращался. И у тебя на душе тягость. Да что я, да зачем я сделал? Да или зачем я уж женился-то на такое? Она все разрушает своими руками. От плохо сделанной работы. Плохо сделал выбор в день свадьбы. Вот я объясняю здесь. Я родиться свыше, я говорю самыми простыми словами. Давайте. Первое. Нужно осознать, не сказать, а осознать, что ты грешник. И грешник в окончательной стадии. Если ты сейчас умрешь, ты пойдешь в ад. И выхода никакого нету. И сколько бы ты себя ни тянул, ни пытался, ты грешник остаешься. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Да. Иные понимают так, говорит, как подвязка нечистой женщины. Вся наша праведность, ни грехи, ни убийства, ни это. Вот осознал себя, теперь что только плакать и рыдать. Я погиб окончательно, бесповоротно.
И вот когда ты дойдешь до этой точки, что никакая милостыня, ни посты, ни молитвы тебе ничего не поможет, ты все равно погибший. Ну, допустим, до Луны сколько километров? Ну, один стоит на земле, а другой на крышу залез. Ну, расстояние-то одно и то же. А это праведность наша. Так вот, когда ты это осознал, реквием пронизывает все. Формалином пропитана каждая клетка. Я умер. И как отвергнетесь? Дальше. Вы умерли, апостол Павел говорит, и воскресли. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил, воскресил и посадил на небесах. Послание к Ефесянам считаем. Мы согласны с этим? Ну, а что я плохого делал? Еще Бог не коснулся. Когда ты дойдешь до этой точки, тебе ничего не надо говорить. Я погиб. Тебе ни аппетита нету, ни радости в детях. Это все прах. А потом тебе кто-то скажет, а вернее всего ты услышишь, прочитал. А выход есть, что возмездие за грех – смерть, а эту смерть принял Христос. В Адаме все умирают, а во Христе все живут. И когда ты это понял, что смерть, возмездие за грех – смерть, смерть, 6.23, послание к римлянам, тогда вопрос решается. От смерти Христос избавляет. Прими его как Спасителя. Как искупитель, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, неверующий в Сына Божий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 3.36 Евангелия от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, знаете, 3.16. Библия в миниатюре. Вот когда человек это понял, выхода уже никакого не надо искать. Выход один. Пасть, погиб я, прости меня, Господи. Ты омой меня кровью Твоей пречистую. Ты взял мой грех, ты, Златоуст говорит, ты присвой себе, не просто он умер, вот 1.29 Евангелия от Иоанна говорится, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Иоанн Креститель говорит. А ты скажи, вот Агнец Божий, который мой грех берет, мой. Не всего мира, это само собой. Мой. Мы должны присвоить его и сказать, лично мой Спаситель. Это мой Спаситель. На Голгофу, на распятие Иисус идет, струи крови по дороге из раны льет. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой кровью причисто. Смыть молю. Да, смыть молю. А без пролития крови нет прощения грехов. Почему 1 Иоанна 1.7 говорится, ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот это рождение свыше. Он заново родился. Все, я себе не принадлежу. Нет, Игнатий Тихонович, там ранами его мы исцелились, это в Исаии говорится. Но я беру сюда, чтобы понятно было. А, он да, говорит, я понял. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я расширяю с Исаии, беру, что ранами мы исцелились. Но это да. Одно и то же. Я раны понял, это понял. Кровь. Да, да, да. Как да. Подтверждение даю. Вот когда этот человек этим проник, он будет другой. Я вспоминаю свой день, вечер, часы 27 сентября 1962 года, 17.00. Мне дали Евангелие. А сами в другой комнате обедают. Когда они зашли, меня не надо было просить, молиться. Я стоял и трепетал. Все, жизнь кончилась. А мне Бог все открывал. Все, выход за границу, я учусь. Все, у меня все благополучно. Спортом занимаюсь, не болею. В достатке жизни нету. Я не хочу жить. И вдруг Бог мне открыл это. И уже в этот вечер тут склонились, молились, они пятидесятники. Я среди них получил это Евангелие. Вот. И в этот же вечер только лоцманский наш кораблик прибыл к нашему кораблю, я ступил через фальшборд. Первому матросу сказал, живем неправильно, за нас Христос умер. Что же мы делаем? Мы себе не принадлежим. И утром уже весь караван кораблей знал, что я сошел с ума. Да, это я знаю, есть в вашем видео, это все эти рассказывали. Вот, понимаете, вот это рождение свыше. Признать себя грешником и признать, что возмездие за грех смерть. Я в аду, умру, сейчас буду в аду, меня никто не переубедит. Ну, я не так жил, как все. Никак. Я за всю жизнь не сказал ни одного матерного слова. У меня этого не было. Но до 23 лет я не слышал слова евангельского. Я не знал женщин, меня Бог от всего этого спас. Но я ни грамма, ни одну минутку у меня не было обманной мысли, что я спасусь. И я знал, я буду в аду. Я буду в аду. Это я 100% верил в это. Я плакал, молился, уходил все время, постился и молился. Но я знал, что я погибший. До времени, пока я не увидел, что умер за меня Христос. Мой грех прощенных. Бог никому ничего не может простить. Не может. Не может по сущности своей.
Игнатий Тихонович, ну на вас была, значит, благодать все равно. Она была, вот эта благодать Святого Духа, она вас обличала, держала вас, давала вот эти мысли внутри, внутрь, и держала вас по жизни, то есть, может, ограждала от всего этого тоже. Может, это благодать, которая передается по роду, как и передается и грех. Но он говорит, в бабке твоей Лаиде, в матери Евнике вера была. Вот это у меня мать и бабушка, дедушка с обеих сторон были глубоко верующие староверы. Ну вот. Что есть суд Божий. Я писал как-то, мне вот зимой едем на санях тракторных, тихая погода, звезды, я один там на это, на санях, скрипят, и хотелось соскочить, бежать, падать. Зачем я родился? Зачем? Когда вечность, идите в муку вечную, это меня касалось. Почему же никто не сказал? И поэтому я сегодня настаиваю, чтобы шли и проповедовали. А я все не знаю. Сколько знаешь, скажи. Христос умер за нас. Запомни, запиши. И вот с этой проповеди иди. А вопросы скажи, призывай сюда, тут получит ответ. Вот у меня на сайте я отвечаю на 4124 вопроса. 4000. И они 55 папок. Вопросы. Евреи, там, православные, иудеи, там эти мусульмане. Чтобы мусульманам ответить, я Коран весь прохожу, один том издал. Что о них было сказано 1300 лет? Коран по сурам аята весь разбираю во свете Библии. Что говорит об этом Библия? Я ни критики не навожу, ничего. Просто беру место и сравниваю. И показываю, что нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Да. И это имя Иисус Христос. Аминь. Аминь. Скажите, Игнатий Тихонович, вы не видите аналогию между исламом и христианством, как между Каином и Авелем? Ничего не видите? Итак, не Каином и Авелем. Ну, понимаете, это даже неэтично будет. Это сравнивать. Почему? И святые нигде этим не сравнивают. Потому что, ну, на основе иудаизма, кто он был такой, Мухаммад? Ну, это был, они же вышли из иудаизма. Да. Ислам и христианство вышло из иудаизма и я разделилось. Об этом отвечаю, что он был очень любознательный купец. Ну, познакомился, она чуть не в два раза старше его была, богатая, и он выполнял ее миссию, ездил. А там рядом как раз жили еретики, там иудеи жили-то, и он на слух это брал. Он говорит, Дуайт, Давид, но ни одного псалма привести он не может, он его не запомнил. Ну, хотя бы, помилуй меня, Боже, мог бы, нет. Иса, он не мог понять, что это воскрес. Они верят, Иса – это Иисус. Но он просто умер, и все. Умер, и все, потом придет. То есть у него все такое отрывочное и буквально все искаженное. И они ничего не могут ответить. Тогда говорят, христиане, а он умер в 632 году, Мухаммад, все исказили. Но как исказили? Скажите, у вас Ибрагим есть? Ибрагим – это Авраам. Откуда вы взяли его? А у евреев-то уже 1600 лет. 1600 лет уже они, как в письменном виде, все это имели. Откуда ты-то взял? Ну, они называют свои имена, которые даже про царицу Савскую, Соломона, это Сулейман-то у них. А Сулейман – это Соломон. Да. Так а в Коране пишется и про Евангелие, про Инжил там и так далее. Да, Инжил. Но а все искаженное. И когда говорят они, то сегодня мы знаем, Бог наш, Иегова и Аллах – это совершенно разные личности. Разные. И наш Иисус, и их Иса – это совершенно разные личности. И там даже есть такой орфографический разный, потому что пишется наоборот, читается. Но я не об этом говорю, а о том, что ну, да, география и, другая. Да, он Сын Божий, они в это не верят. Они не верят в Троицу. Они не верят, что он бессеменно зачатый. Они не верят, что он умер на кресте. Ну какой это Иисус? -то? Даже, я говорю, вот, заплатить за него 30 серебряников. И Захария говорил. Вот представляете, какая была инфляция в те времена. Все время это было. А стоимость раба стояла на одном месте. На одном месте стояла 630 лет. Как только Иисуса продал за 30 серебряников, цена сразу пошла вверх. Вот и все. Почему? А если бы продал за 29, это не Христос был бы. А за 31 не Христос. Только 30, ровно 30. Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим. Он бодрствует. Должно исполниться. Слово Божие послано, должно выполнить назначенное. И никак по-другому не... Я церковь создам мою. Христос создал ее не спустя столетия, как сектанты делают, а в Сионской горнице и в доме Корнилия. И иудейство, и язычество. Вот две половинки двери.
И второй раз он говорит, врата ада не одолеют. А все сектанты говорят, да церковь пала, она разложилась. Это ложь, церковь святая и непорочна. Хотя члены ее, они выпадают. Человек согрешил, он уже вне церкви. Там грех не может быть. И церковь его глашенной выводит. Жена сделала аборт. Правило Василия Великого Второго. 10 лет отученная. А сегодня ничего не соблюдается в церквах. Из 719 правил, регламентирующих нашу жизнь нравственную, 413, то есть 57% нарушается ежедневно, умышленно и целенаправленно. Игнатий Игнатьевич, один вопрос тогда еще такой вот. У меня есть вот дома, можно не в церкви, а дома пользоваться, допустим, ладаном? Можно. Илеем. Ну, илеем, ну какой илей-то? Мира не можешь создать, а илеем может даже тебе в бутылочку налить, дома своих помазать. Просфоры можешь брать. Это я могу можно. Дома это делать. Дома, да? То есть это не только церковь. Мы в путешествии везде святой водой пользуемся. Представьте, от Владивостока до Лиссабона. Пили только сырую воду, никто не заболел. Никто. Ни мы, ни собака. Но ну, это еще было благословение было на вас. Все равно я считаю, что это... За нас молились вас... все молились. И мусульмане, и баптисты, и католики, все молились. Что интересно, когда мы были там в Швеции, в порту, а там Карсуру, кажется, Хорс называется порт, и можно где включить, мы это свои компьютеры-то включили, и сразу попали, которые нас знают, в Великобритании. И стоят и молятся, ролик выпустили, Господи, помоги Игнатию. Баптисты стоят и крестятся, и рядом ребятишки, я этого никогда не видал. Баптисты, никто их не... я с ними еще не встречался, а уже все... Вот нас когда гнал, тут Роспотребнадзор, да все там, и пятидесятники все молились. И Роспотребнадзор, если насел, не вырваться. Штрафы по 1,5 миллиона. Мне ни рубля не присвоили. Прошло, и ничего не могли. И ничего не было. Судья отказал. В отсутствие состава преступления. А это было в прошлом году. Ну, это и есть чудеса. Да, это прямо по-другому никак. Мы все молились об этом. Представьте, на их стороне суды, прокуратура, полиция, все на их стороне. И они ничего не могли сделать. Да у вас много такого во всех ваших в роликах, если посмотреть все ваши ролики, много чудес происходит с вами. Да. Я с этим согласен, вам помогает, как бы, видно, что Бог помогает во всех делах. Я точно это могу сказать. Так, что то, так. Что вы выше, Александр, это тоже Божья милость. Может быть. Ну, несомненно, даже никак. Потому что я именно вот сегодня вечер был свободен. Вчера я не был свободен. Позавчера месяц я не был свободен. Сегодня я свободен. И вы вышли в тот момент, когда у меня окошко. Да. Ну, может быть. Ну, тогда. Бог знает как. Ну, если мы каждое утро просим Бога о том, чтобы Он участвовал в нашей жизни, чтобы Он делал наши дела... Вот молимся Ему, чтобы Он оградил нас от сатаны, то, конечно, должны считать, что все по Божьей воле и по Божьему допущению и с Его Святым Духом. Хорошо, Игнатий Тихонович, я очень вам благодарен за беседу. Еще что хочу сказать. Я занимаюсь, у меня сервис по электронике, компьютером, там, вот, телефоном, планшетом. Если есть какая-то нужда, что-то вы мне скажите. Я скажу вам. Вот у Давайте. Меня, вот, вам видно, нет? Видно. Это стационар. Да. Я, ну, тут компьютер подключенный к нему. Я То понял. Есть у меня модем, а не модем такой. Так я вот, понял. Смотрите, когда я вернулся нынче, беру трубку, а у нас тут знакомые, родные, ну, шестизначная цифра, 6. Шестерка, сразу короткие сигналы. 0, 1, все набирается. Не. Давайте мне ваш адрес, куда мне выслать то, что вам нужно. Ну так давайте, адрес. Давайте почта. В скайпе я посылайте, вам... в скайпе, где сейчас говорим, вы на меня и выйдете тут. Да, так, вот давайте мне ваш адрес. Значит, что мне нужно сделать? Что сделалось? Нормальный телефон, ко мне все звонят, но шестерку не могу набрать, она сразу короткими сигналами. Понятно, там контакт внутри проелся, давайте я вам вышлю другой телефон, нормальный. Нет, 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 это хороший телефон, по подарочный, у меня все вдаренное, у меня своего ничего нету.
Вот купить вот такой, меня один повез в магазин купить-то. Я пошел с продавцами говорить, а я все-таки заглянул, самый-самый дешевенький вот такой вот. Вот. Я и понял. Игнатий Тихонович, но вам все равно надо говорить с людьми. Это не прихоть. Вам я надо не, говорить я не с звоню людьми. Никому. Никогда. У меня все равно не на вам что звонить. звонит. Но что интересно. Вам звонит. Вот послушайте, Александр, я не звоню, но у меня без денег не бывает. Вот полгода проходит, кто по сей день не знает, скидает и кидает. 7 тысяч накидали. Я самому бедному отдаю, они снимают. Полгода проходит, опять 7 тысяч. Вот на прошлой неделе опять кто-то кинул. И никакого обратного адреса нету. Вот Бог как делает. У меня ничего нету. Я умею жить экономно. И Бог это знает. Что сэкономил, ну, оно не мое, Божье. И кто кидал, не знаю. Тут как-то одно время Билайн, это у нас такая тут, которая ведет да, Билайн. Знаю, знаю. Вот. Да. Ну, они там что-то присосались ко мне, какие-то сведения дают или что-то, сообщения. Я гляжу, убывает. Я посчитал, когда уже сняли с меня порядочно, там рублей уже 200-300. Я пошел к ним, ну вот такая услуга, а я вас не просил. Вы должны мне отдать деньги. Да ну, да как, я сразу пошел в прокуратуру, там, МВД, их как зажали, я еще до дома не доехал, уже мне они деньги скинули и на 50 рублей больше дали. А то, говорит, ничего нельзя сделать. У меня ответ, это еще ничего не делали. И однажды тоже возвращаюсь вот так, гляжу, у меня в телефоне денег-то почти и нету. Ну, мне сказали, я узнал, откуда, что, высчитали, там сняли. А, там, с того телефона. Оказывается, я разговаривал с ними. Разговаривали с нами? Я говорю, разговаривал. Ну, вот это за услугу. А о чем разговаривали? Да вы же мне позвонили. Спрашивали про детский лагерь. Ну, нам старые люди звонят, вот они одинокие, утешение ищут. Я говорю, я сам любого могу утешить. Я бы вам звонил. Верните мне деньги. А женщина, которая там у них главная, тут название организации, нет, я говорю, я вас прошу последний раз, а потом я буду обращаться в органы. Вы верните мне. Это мои деньги, у меня минимальная пенсия, мне государство ничего не дает лишнего. Они не отдали. Но когда их зажали, она мне тут же сразу вернула, но эту организацию, эту шарашку захлопнули. А у нас юрист, я говорю, это для них ущерб будет очень, второй раз их не откроют. Я просил, верните мне. Она, ну, деньги-то в руках, там 700 с чем-то рублей. Так у меня документы сейчас еще есть. Это целая серия обращений была, и все вернули. А то, говорит, ничего нельзя сделать, я таких слов не произношу. Вот люди часто жалуются, у меня не хватает времени. Вот слово «некогда». И в Библии, что некогда, в смысле нет времени, сказано только один раз на 77 книг. Один раз ты можешь сказать в жизни. И по какой причине? Стечение народа было такое, а Христос говорит, что им некогда было есть. Вот когда у вас будет столько учеников, что вам некогда есть даже будет, тогда он скажет, идите отдельно, побудьте пока там, пообедайте. А у нас на каждом шагу некогда, некогда, это неправильно. Нет. Нужно нет, так конечно. Распределить себя, что это моя жизнь, сократить во сне, научиться быстро делать работу, какое что-то отодвинуть, но главное должно у тебя двигаться. Некогда, забудь это слово. Игнатий Тихонович, один вопрос есть такой, который беспокоит меня. Может, вы дадите ответ мне на него? Вот по вашим видео, я знаю, что из ваших видео вы говорите о том, что днем спать нельзя. Да. Это вы так утверждаете. Я не так говорю, ложиться нельзя, ложиться нельзя. Да. А сидя вот так, нельзя. Откинуться вот так вот, если ты с ночной пришел, вот именно сидя, не ложись. Хорошо. Хорошо, а если я до трех, допустим, до трех ночи я изучаю Писание, я не могу, пока я не буду что-то посмотрю, что-то духовное, что-то вот мне как будто не хватает этого. Я а не во могу сколько встаете? Лечь. Понял. В 7 утра вот. Встаю. А вы вот возьмите наш распорядок, вставать всегда в 4:40. В 4:40 мы встаем все, а я встаю, допустим, в 2 часа или в 3. Вот эти 2 часа я почту разбираю каждый день. Вот, а ложись, когда тебе организм подскажет. А если ты не можешь, совсем уже никак. Леонардо да Винчи об этом говорит. Через 4 часа 15 минут. Через 4 часа еще вот так вот на стул там, откинься головой, чтобы, ну, чтобы не падать. Вот так. Так вот это я и хотел спросить. Вот у меня такое есть, что я днем, если пока 15 минут как в таком положении не усну, я потом не человек, я не могу, у меня не соображает. Можно спать, ничего. Но только не ложиться. Но не говорится горизонтально. Православие и отцы говорят, что это полуденный бес. Нет.
Вот вы ночь молились там где-то или что-то, встали в 4:40, помолились. У меня девчонки иногда жили здесь, студентки на квартире. Обязательно мы договорились, встаем все вовремя. Они помолились, прочитали Слово Божие, а идти-то там к 8. И в это время они ложатся спать. Просто ложатся опять в постели, все. Но молитва общая – это общая церковь домашняя. Если этого нет, то все в разброд пойдет. А почему в 4:40? Ответить не могу. Не в 4 и не в 5, а в 4:40. И потом вдруг я хожу, мать Тереза Калькутская, все вставали в 4:40, а там речь идет уже о миллионах. Потом еще один раз встретил у католиков, тоже встает 4:40. Я понял эту цифру, указал мне Господь. И в воскресенье, вот завтра, мы все встанем в 4:40. Все будильники заведены, 4:40. А ложись, определи во сколько. Человек говорит, я люблю да поздно сидеть, это означает поздно встаешь. А Давид говорит, я встану рано. Считайте, везде рано. Кто рано встает, тому Бог подает. Да, вот. А если ты поздно встаешь, ты сова, сова, хищная птица. Поэтому ложись пораньше, рассчитай насколько и сокращай. Вот я когда занимался чем-то, я все время себя это тренировал на это. У меня круглосуточно на сон уходило 2,5 часа. 2,5 часа. В сутки? В сутки. Если 2,5 часа. И сколько вы так жили? Ну, сколько, я сейчас не могу сказать, но вот я вернулся в армию, я этого не мог делать. Вернулся, допустим, в 22. Ну, видимо, даже сейчас я не могу сказать точно это. Но речь идет, вот как услышал это, установил по сегодняшний день. А вот сегодня я уже не могу столько. А вот еще лет, допустим, 15 назад-то у меня все еще график этот держался. А теперь я чувствую, сердце не тянет. Я больше. Вот сегодня я опять откинулся и 15 минут задремал. Тут телефон пробудил. Ложимся, вот я ложусь почти в 9. Сейчас уже организм, нет, я чувствую свой организм. Я его не насилую. Игнатий, давайте я вам выше. Максимально мало. Мясо исключить, все. Никакого алкоголя, грамма, чтобы не было. Нигде. Ну, красное вино чуть-чуть иногда или нельзя? Не надо. На ваш взгляд? Никогда. А устав разрешает. Но не надо. Но Писание пишется о том, что он не знал вина и секеры с детства. Помните? Я вам сказал один раз. Вы знаете, что спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. С учениками спорили со Христом, но они никогда не спорили. Они сказали и отошли. Вот представьте, мы сидим в синоде. Сидит митрополит и епископы. И кто-то на меня дал информацию, что я считаю вино за грех. А если я считаю за грех, то я еретик, ересь. Бог сотворил вино на радость людям. И у нас в календаре написано, в какие дни разрешается вино и елей, масло. Митрополит мне наливает стакан. Выпейте. Я говорю, я не пью это. Выпейте. Ну, понимаете, как-то неудобно. Выпейте. Ну, я выпил. Я говорю, у меня жена квас готовит крепше. Посмеялись. Он говорит, больше не пей, у меня своих пьяниц хватает. Потому что о вас пошел разговор, что вы не пьете вино, считаете за грех. А написано, всякое творение Божие хорошо. Вино не осудительно. Впредь пей немного вина ради немощи твоего желудка. А у нас, я говорю, немощь от питья как раз наоборот. Сегодня надо чудо такое, чтобы все вино в воду превратить, а не воду в вино. Да, да, и святые вот говорили, что вот даже советовали друг другу, воды не пей, но выпей немножко вина лучше. Нет, нет, наоборот, говорит. Было такое, святые говорили. Нет, Златоуст говорит так, если ты раньше пил, то теперь даже в воде воздержись, а не то, что немного. Даже запаха, чтобы не было. Не грех, повторяю, не грех. Но от пьяниц слишком много. Будет соблазн. Вот я узнаю, что мусульмане не едят свинину. Я исключил полностью мясо. Любое, птичье какое не было. Рыбу беру и в рот не беру никакое мясо. А если сварено, ну сварено не на свинье, а там говядина, то от суп, жишку похлебаю. У меня ребята такие же рядом подобрались. Игнат Тихонович, а как вы, а у вас, то есть, как вы относитесь к хлебопреломлению? Хлебопреломление называется литургия. Да. А у баптистов это ничего нет, у сектантов. У них подражание. Вот, допустим, я спрашиваю их, руководство баптистское, я говорю, вот у вас что, когда преломили, хлеб брали, да? Теперь преломили что? Ну, хлеб. А Господь преломил и сказал, сие тело мое, у вас уже все не сходится, потому что у вас таинства нету. Вы не рукоположны, вы безблагодатные. Безблагодатные.
Они не могут совершить это. А у нас священник берет и говорит, примите, едите сие из тела мое. Как Иоанн Кронштадтский выходил, чаша у него такая там большая. Он вот так вот бил по ней и говорил, она аж звенела у него. За вас кровь проливаемая. Слышали? Это кровь. Да. Она ничем не отличается от той крови, которая на Голгофе. Сегодня мы как раз, Иоанна Златоуста в храме у нас считали об этом. Ты говоришь, я бы Христа принял, да вот где бы, чтобы он прямо сам был. Ты его не только принял, ты вкушаешь его плоть, Златоуст говорит, которая ничем не отличается от той на Голгофе. Вот так мы относимся, благоговейно. А у сектантов и аписов это никакого нет, а просто воспоминание. И оно не называется преломлением, а называется присуществление, литургия. Вот я разговариваю, допустим, с баптистами, определенно, то, ну, все сектанты, это баптисты самые хорошие из них. Я говорю, скажите, крещение у вас для чего? И почему вы человека опрокидываете? Ну, вы видели, как крестят, вот так вот. Да, это, да, да, да. Это не в смерть, это положение во гроб. Вы что, совсем не понимаете? Бежит, стрела кострелит, он упал на спину, так может быть. А Христос умер стоя, даже внешне надо, а имеет значение, зачем бы было написано? Мы в смерти его крестились. Потому ты должен подняться и под водой скрыться. Трижды. Апостольское 50-е правило. Это в первые века уже правило составленное. Василий Великий говорит, мы многое получили оттуда, крестное знамение. А зачем? Сатана его боится. Он ограждает меня. Я вот захожу в камеру, там дым, не видать людей. Я только зашел, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно, мир вам! Вот так зашевелись, как черви в мешке. Сразу старший подошел, кто такой? Я сказал, так, все. Вся камера будет слушать. А передо мной были баптисты, я рассказываю, у них нету ни авторитета, ничего, как они были. Это мне рассказывают те, которые были. Почему? Они не имеют этой благодати. Крестное знамение. Это с первого века. Теперь Генрих Сенкевич написал книгу «Кама Гридеши». По ней фильм поставленный. Да. И там написано. И Петр, когда шел, говорит, и совершал крестное знамение, благословляя их, баптисты все вычеркнули. Я говорю, он лауреат Нобелевской премии. Фильм поставлен. Зачем вы вычеркиваете? Но этого не было. Как не было, когда Василий Великий говорит, мы получили это от апостолов. Первые апостолы поднимали перст, совершали крестное знамение. И Бог един. Одним Бог. Пальцем. Одним первые, пальцем, да. Потому что, говорит, божеств в римском пантеоне было примерно 500 по названию. А в действительности ни одного, Златоуст говорит. Потом, когда стали против Арии воевать, против Троицы-то, вот троеперстие. А когда возникло уже монофизиты, монофириты, церковь стала двуперстной, как старообрядцы сохраняют. Эта церковь подтверждала внешним даже видом. А мы говорим, главное сердце, так это все из сердца идет. Я вам скину сейчас и про нашу беседу с Александром Менем. Да, да. А спасибо. Когда вы зайдете на сайт, там вы увидите... Да, материалы где да, и там да на, я записал себе сейчас на сайте да. Вторая страница, там написано не духовное, духовное, но не святые отцы, и там эти беседы сразу откроются. Вот так. Игнат Тихонович, в одном из ваших видео вы сказали, что соду нельзя, не нужно принимать, соду пищевую. Что соду? Да, соду пищевую вы как-то говорили в одном из ваших видео, да. Что ее нельзя принимать. Нет. Так нельзя понимать, как когда у тебя изжога, люди стараются глушить ее. Этого не надо делать. Если у тебя на кислая пища какая, ты немножко брось, чтобы она закипела, кислота убралась. Это не решает вопрос, она продолжает выделять еще больше. Я нашел средство, сухарь, обыкновенный сухарь. Да, я знаю. Жуй его, и ничего не надо. Сухарь два съел, и все поглотилось. Да, а ты, снимается. Наоборот, себя разгорячаешь, еще больше будет желчь вырабатываться. Я сам дошел до этого. Игнатий Тихонович, знаете, когда желчь? Это не желчь, это когда зло из организма выходит. Она сначала идет в желудок, а уже из желудка уходит. Может быть и так. Но дело в том, что... Когда-то избыток, она выходит через... Тут мы ее чувствуем, в горле чувствуем, понимаете? Когда ее слишком много. Поэтому чуть-чуть соду добавляем, чтобы ее уничтожить, пока она организм сам ее нейтрализует. Я вам сказал, вы уже делаете как. Я хорошо, знаю, я понял. Принимал, понял. Дальше они ложками полными принимали. И с этим померли. Масло растительное никогда не жарь. Научи жену. Оно не поддается термической обработке. Рак желудка у тебя будет. Человек, который курит, у него рак легких. Который насывает за щекой рак щеки. Курят эти южные народы.
Соду ты делаешь, у тебя обязательно язва будет в желудке. Не надо этого. Еще раз говорю, не надо. И если растительное масло у тебя есть, жена все приготовила, с плиты сняла, теперь налей туда. Никаких пирожков, ничего не жарь. Я вот сколько знал, которые любители, все до одного умерли, рак желудка или кишечника. Игнатий Тихонович, а если мы благословляем эту пищу, разве Конечно. Бог не очищает ее? И никак. Если ты во... Ну, хорошо. Я Ну вот мы перед благословлю... едой должны благословлять, мы благословляем эту пищу. Но Бог сказал, что нам на не улице у нужно нас... кушать. Так, Александр, у нас на улице 45 градусов. Я перекрестил и пошел, но обуваться не буду. Бог силен меня. Ну, нормально это. Зачем Бога искушать? Ты знаешь, что вредно, Но... а я буду молиться. Ты делай так, как положено. Свойства, Игнат... которые Бог дает луку, чесноку, от которых получается изжога, поменьше сделай. Вот у меня иногда возникнет, я дня два их в рот не беру. Как только съел, Хорошо. на пределе Хорошо. организма. Я понял. Мы Игнатий, но должны все если... это учитывать. Доти, я Ты занят. любишь считать, допустим, лежа. Считать лежа вредно. Там по-другому все. Значит, будут болеть глаза и слепота будет. Лежа не считай никогда. Хорошее, чтобы освещение было. Игнатий Тихонович, а если сказано в Писании, в Новом Завете, не ешь тука и крови не ешьте, только тука и крови, то есть жира и крови нам не нужно есть. Где вы Остальное нашли? Где же благословляйте. жир? Где написано? Тук это же Где жир. написано? Тук? Где? Сейчас скажу тогда где. Нигде. Ну, в Новом Завете написано? Да, сейчас Но. скажу. Ну-ка, давайте. Где тук нашел он, а? Интересно. Сейчас. Что есть, говорится, не ешьте. Так, А никакого вот вы не не ешьте. найдете, Александр. Не трать время зря, нет этого. не в Новом Завете, Но да, вот и все. Левит Остальное 3.17. отпадает. Ну, я сказал, вы Левит почему-то не 3.17. верите. Если я сказал нету, значит нету. Вот это мертво уже. Да, я прошу прощения. В Левитах 3.17 Ну, это это написано. понятно. Там Никакого говорится, тука, куда и никакой как. Это крови не Бог ешьте. сделал. И на это дается толкование определенное. Да, я извиняюсь, я вот А в Новом ошибся. Завете, 15 главе День апостолов, удавленные крови. Не тука, а и удавленные. Курица задавилась или рябчик попался. Кровь в нем есть нельзя. Гематогены разные, нельзя употреблять это лекарство. Вы химией не увлекаетесь. Вот мне 78 лет. 79-й идет. Я ни одной таблетки еще не съел. Знаю. А зачем? Зачем? Это организм стареет, все это естественно. Так Бог установил. Но надо каждый день ходить, работать, сгибать, поклонов больше делать. Вот оружие, лестница на небо. Я Семь знаю, вы раз в день, молитесь по 100 утром. поклонов. Да, знаю. Знаю. Тоже ваших видео, все это я посмотрел. Хорошо, Игнат Тихонович. Вы Спасибо все вам не большое тогда. посмотрели, все вы никогда не посмотрите. Да, о чем вы говорите? Все я посмотрел, Да которые есть у вас. сколько лет вы смотрите? Много, ну, штук лет 7. Лет 7. Так вот, если каждый день вы Нет, будете смотреть вру. по... Так, Александр, каждый день, если по одному часу смотреть, на это потребуется ровно 13 лет. Да я 8 смотрю, тысяч, могу 8 смотреть и тысяч по 3 800 часа. роликов. А! Игнатий Тихонович, я могу смотреть и по 3 часа, и по 4 часа. Ну, может быть. Ну, 8880 роликов у нас. А некоторые ролики 1,5 часа, вот все занятия по полтора. Ну, чтобы все, я Хорошо. такого еще ни одного не встречал. Чтобы я не был лукавым, скажем так, почти все. Но Скажем почти так, все, вот почти так я все. Да, да, тут поверю. да. А что все, это Ну, очень, почти все. это много. Хорошо, вы мне скажите адрес, куда вам я могу вам выслать какой-то телефон, что-нибудь то, что вам нужно. Дайте мне ваш адрес. Ну, под скайпом-то вот и... Мы же здесь. Вы в Mail.ru бываете, мой мир? Сейчас. Под скайпом. Где под Ну, под скайпом? скайпом, внизу-то там специально писать можно. Вы мне Давайте. позвонили? Да, напишите мне. Я сейчас вам скину, а вы внизу напишите. Но я больше общаюсь в моем мире. Мой мир, знаете? Я туда не захожу. О, Я туда не захожу. это лучшая система. Я Лучше твиттеров, фейсбуков разных. даже в Твиттере и в Фейсбук не захожу. У меня есть ваши сайты, у меня есть Skype, все. Все. Я на Ютубе смотрю ваши видео. Ну все, я согласен. С Богом, да? С Богом, да. Дайте мне ваш адрес, хорошо?
Так адрес Напишите. под скайпом, он адрес сам по себе. Я сейчас его не видно. Пока закроем, сейчас уйдем, и вы сразу увидите там. Я вам буду А, все писать, понял. а вы внизу Все, будете. Тогда понял. по скайпу Большое будем. спасибо, и с Богом. Мир вам и вашему дому всему. Все, можно Давайте. включать.